Сегодня, здесь, сейчас я по-настоящему ощутил приближение Нового года. Вот, погрузившись в эту потрясающую атмосферу студенческого праздника, праздника успехов и достижений тюменской молодежи, конечно же, в текущем, как будем говорить, уходящем году было немало поводов для гордости успехами тюменской молодежи. Ребята успешно представляли наш регион на окружном форуме «Утро», на федеральных площадках «Селигер», Таврида, разрабатывали, представляли, защищали свои проекты, завоевывали гранты. Мы по праву гордимся успехами наших молодых ученых, предпринимателей, волонтеров, музыкантов, спортсменов. В этом году вновь делегация Тюменской области завоевала гран-при фестиваля, всероссийского фестиваля «Студенческая весна». В очередной раз доказала, что является безусловным лидером в нашей стране в области студенческого творчества. Впервые в истории мы стали победителями Всероссийской зимней универсиады. И, откровенно говоря, таких поводов для гордости, подобных достижений немало.